Все новости Марселина. Сезон Валенсии похож на чудо. 9 апреля 2018 года, 17:40. Футбол Испания. Главный тренер Валенсии Марселина Гарсия Тораль признался, что считает свой дебютный сезон в испанской команде настоящим чудом. Минувшее воскресенье Валенсия обыграла Испаньол 1-0 в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Эта победа позволила клубу перейти на третье место в турнирной таблице премьеры и опередить по итогам тура мадридский «Реал». «Думаю, наш сезон близок к чуду, таково мое мнение, и это просто потрясающе. Все складывается удачно благодаря игрокам, которые есть в команде и той работе, которую мы провели вместе. Находиться между двумя гигантами из Мадрида – это фантастический уровень. Мы уже опережаем «Реал» и всего 3 очка уступаем «Атлетико», только «Барселона» серьезно оторвалась от нас, но они не проиграли ни одного матча в сезоне, так что это нормально. Мы стали невероятно конкурентоспособными. Наша цель до конца сезона – обеспечить себе попадание в Лигу чемпионов», цитирует Марселина. Футбол Лиспана. Валенсия обыграла Испаньол и опередила «Реал» в таблице премьеры. Источник «Футбол Лиспана» сообщить об ошибке. Комментарий 0.